похудеть, подтянуть мышцы, почувствовать себя в тонусе позволяет специальная оригинальная концепция, которая совмещает спортивное занятие с аппаратными процедурами по уходу за телом и релакс-процедурами. Она была создана для женщин. В основе тренировок используются умные тренажеры, которые позволяют бережно относиться к позвоночнику и сердцу. Сегодня будем говорить о молодости и стройности. В студии у нас Людмила Борисова, исполнительный директор «Тонус Клуб». Людмила, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот, стройность и молодость. Сегодня как-то эти понятия у нас подсознательно связаны. Нам кажется, что если женщина стройная, то она уже выглядит моложе. Вот, ну, это действительно так или нет? В сети клубов «Тонус Клуб» это так, конечно. А сегодня эти понятия тождественны, скажем так, да, и любая женщина хочет выглядеть не только молодой, стройной и красивой, но и активной, ведь на сегодня ритм жизни, неблагоприятный климат, скажем так, заботы, семья, очень много требует от женщин сил, эмоций. И я считаю, что стройность – это все-таки показатель физической активности, положительности, каких-то достижений женских. И, конечно, в этом плане помогает, естественно, сеть «Тонус Клуб». Людмила, ну вот, насколько я знаю, у вас индивидуальный подход к вашим клиентам, но есть и специально разработанные программы. Вот эти программы, на что они направлены? Они направлены, ну, есть ли какие-то там, может быть, учитываются ли какие-то периоды в жизни женщины? Или вообще с чем это связано? Конечно, конечно. Программы направлены на восстановление, во-первых, восстановление репродуктивной функции, потому что все мы, женщины, мечтаем стать мамочками. И не секрет, что это достаточно в сегодняшнем ритме жизни, это сложно, бывает иногда сложно. А далее восстановление после родов. Далее и восстановление непосредственно жизненной активности. Есть и оздоровительные программы для женщин более старшего возраста. И не секрет, что возраст наших клиентов до 84 лет. До 84. И 84 вы находите программу, конечно, которая устраивает. Конечно. Уникальные тренажеры «Тонус Клуб» позволяют непосредственно работать и подбирать высококвалифицированный персонал, подбирать, конечно, программы для такого возраста. Вот, кстати, про тренажеры. Говорят, что вообще все ваши программы, вся ваша работа для ленивых клиентов. Вот подразумевает, что приходишь, лежишь и ничего не делаешь, а тренажеры сами работают. Это так или не совсем так? Не совсем так. Конечно, у нас есть и силовые тренажеры, есть зона релакса. И, естественно, здесь важен индивидуальный подход каждой клиенты. От физических параметров, от степени физической подготовленности, от противопоказаний. И, конечно, мы подбираем индивидуальность. Если женщина активно работает, активный образ жизни, какие-то изменения непосредственно, там, и ходит очень долго на каблуках, конечно, мы здесь подберем. И лимфодренажный массаж, который будет способствовать снятию напряжения с ног. И ей, конечно, требуются более спокойные, более, скажем так, пассивные тренировки, но для достижения поставленных целей. Это может быть и уменьшение также объемов, оздоровление, или просто провести время, комфортно провести и привести в тонус мышечный корсет. Вот интересная мысль уже возникла. Все зависит от цели. То есть я правильно понимаю, что когда к вам приходит ваша клиентка, вы какую-то цель с ней ставите? Это действительно так? А клиентка уже приходит со своей целью. Она приходит, целью, да, отлично. Ну вот эта цель, например, может звучать так. Там, хочу уменьшить там, несколько сантиметров талии, или хочу похудеть на сколько-то килограммов, или хочу там влезть в любимые джинсы, в которые не влазила пару лет. Вот это все тоже цель? Конечно, конечно. Хочу улучшить настроение, стресс, депрессия, не секрет, тем более сейчас осенний период, конечно, сложно. Или после... хочу просто общаться с женщинами. Да. Это тоже возможно. Да, клуб по интересам, пожалуйста, у нас различные мероприятия проходят, встречи с диетологами, с визажистами. Для активных членов клуба это бесплатно, это очень интересно, конечно. И как эту цель тогда мы достигаем, как вы достигаете ее вместе со своими клиентами? Насколько я поняла, что здесь, ну, конечно, недостаточно одной-двух процедур, это прям программа, да, насколько она рассчитана? Это комплексный непосредственно подход. Выявляем, конечно, здесь выявляем потребности, что женщина хочет, в какие сроки ей нужно войти в любимое платье, либо перед свадьбой подготовиться. У каждого у нас какие-то... А как жить без мечты?
Ну да, вроде бы как эта цель, так она как-то вообще стимулирует, конечно. И создается программа, которая рекомендует определенный период непосредственно тренировок. И, конечно, уже опытные инструкторы составляют, внедряют в жизнь эту программу и рекомендуют количество тренировок в неделю, сколько нам нужно в месяц непосредственно тренировок. Естественно, проходит фитнес-тестирование, на основании которых параметры смотрим, антропопараметры тела, смотрим, насколько человек соответствует ее возрастным изменениям. И здесь также можно сказать о гормональных изменениях женщин, да, которые после 40 достаточно сложно понять себя, потому что женщина жила до 40 лет, все отлично, в том же ритме, правильно питалась, знает количество потребляемых калорий, физические нагрузки, а после 40 вроде это тот же ритм жизни, те же калории, а прибавляется вес, какая-то дряблость кожи появляется. То есть, естественно, здесь уже нужно более на внутреннем уровне работать. И, конечно, больше наши тренажеры направлены на обменные процессы, восстановление обменных процессов, потому что метаболический синдром после 35, естественно, женщина начинает уже замедляться. Да. И что делать? Естественно, нам нужно восстановить эти процессы. И вот как раз наши тренажеры более активные, есть серьезные кардиотренажеры, то есть это по потребностям, конечно. Есть более щадящие тренажеры, но в любом случае результата мы достигаем. А бывает так, что не достигают? Бывает, конечно. Женщины ленятся, где-то ритм жизни, да, невозможность заниматься. Но я хочу сказать, мы работаем с 8 утра до 10 вечера, 7 дней в неделю. Так. И здесь, конечно, это самоорганизация. И здесь, Наталья, нужно, наверное, понять, насколько цель важна, да, вот именно насколько, а мы помогаем в достижении этой цели и помогаем для того, чтобы войти. Ведь не просто войти в платье, это там прошлого года, это красиво, это стройность и все прочее. Мы же говорим о здоровье, потому что здоровье не купишь. Ну, я тоже думаю, что, наверное, даже если мы хотим надеть нашу любимую одежду, да, мы наденем ее один или два раза там, да, а понятно, что тот процесс, который запускается в нашей жизни, это вообще изменения, это вообще другой образ жизни. И, конечно, лишний раз уже думаешь, а стоит ли там съедать лишнее пирожное, да, или лежать на диване, или действительно лучше получить удовольствие от того, чтобы провести его там в общении и в занятиях, вот, собственно, то, о чем мы сейчас говорим. Людмила, насколько я знаю, уже давно тонус-клуб, сеть тонус-клубов распространена и в России, и у нас в городе. Сколько лет? В России уже более 16 лет, и не только в России, а и за рубежом, на Кипре, в городе Лимассол тонус-клуб открыт. То есть, представляете масштабы, и, конечно, у нас тысячи благодарных клиентов. А в Хабаровске сети тонус-клуб 9-й год. Скоро мы будем отмечать день рождения. Есть вот ваши клиенты, которые вот, ну, не просто достигли цели там, за полгода, за три месяца, за год и ушли, а которые ходят к вам годами? Есть, конечно, такие? Есть преданные нам клиенты, наши женщины, которые, во-первых, мы гордимся их результатами. Угу. Они пришли поправить, например, здоровье, а остались с нами и настолько уже не представляют жизни без нас. Мы как одна большая добрая семья. Угу. Ну да, и все-таки не случайно сделан акцент на то, что это клуб по интересам. Это, наверное, одно из главных таких ваших, что ли, правил, да, что соединять людей и быть вместе. Людмила, ну, нам осталось пригласить наших телезрителей, телезрительниц, куда обращаться, по какому телефону звонить и куда приходить. Дорогие дамы, ждем вас в сети «Тонус-клуб» в Хабаровске. Мы находимся по адресу Ленинградская, 73Б, это район ЖД вокзала, и улица Комсомольская, 74, это недалеко от Комсомольской площади. Будьте счастливы, здоровы, желанны, а в этом вам поможет тонус-клуб. Людмила, спасибо вам большое. Желаю успеха вам и вашим коллегам, ну а всем вашим клиентам, конечно же, красоты, молодости и стройности. Сегодня мы как-то о стройности говорили больше. В студии у нас была Людмила Борисова, исполнительный директор «Тонус-клуб». Телевизионная школа здоровья теперь и в социальных сетях. Если что-то пропустили, ищите нас в Одноклассниках и Инстаграме. Интервью с гостями студии, полезные советы на каждый день. Кроме того, задавайте вопросы, предлагайте темы для наших следующих программ. Ну а на сегодня это все. Я благодарю всех, кто провел время вместе с нами. Всего вам самого доброго и до встречи.